Ну, Соник, бля, мне кажется, Соник не дотянет до этой хуйни. Чаешь, это ущерб. Соник не дотянет до этой хуйни. По выгодной цене на GGSL началось Так. Первой игры. Однажды ночью главный герой, кстати, его зовут Скуф, просыпается и видит, что его квартира полностью разрушена из-за артефакта из зоны. И тут вот что удивительно. Артефакты связаны с зоной отчуждения. Все их свойства и возможности доступны только пока ты находишься там. Но если ты из зоны выходишь, то артефакты перестают работать, а потом и вовсе превращаются в пыль. А тут, блин, артефакт активизировался вне зоны. Поэтому Скуф вместе с ученым Германом решили артефакт зарядить в зоне, потом выйти оттуда и продать его по очень большой цене. Потому что это невероятно на редкий товар. Казалось бы, приключение на 5 минут. Зашел в зону, пробрался через болото, подрался с кровосисей, в итоге зарядил артефакт, пошел и продал его, и теперь Скуф отдыхает на островах. Ладно, на самом деле, по законам жанра, после активации... Я прогнал аннотацию его видоса через нейронку. Нейронка сказала, что это нейронка. Мол, он футажи прогонял под ГПТ и это озвучивал. Нет, чел, ты хочешь сказать, тупизм настолько на поток поставил свой контент? Ваца артефакта случилась вещь, что запустила весь остальной сюжет. Донат в Steam с самой низкой комиссией на рынке. Карты Battle.net и PlayStation. Пополнение мобильных игр напрямую. Все это и многое другое на донатов.net. Лучшие цены. Гарантия на все товары и куча халявы. Донатов нет, донат есть. Купон со скидкой на первую покупку по ссылке в описании. В общем, спойлерить я не хочу, чисто про пролог поговорили. Ролик со спойлерами сделаю на этой неделе. С вас 20 лайков и признание в любви в комментах. Последнее, конечно, опционально, но крайне желательно. Что именно до структуры сюжета, то на самом деле абсолютно ничего не поменялось со времен 2007 года. То есть появились катсцены, сами миссии стали куда лучше. Хоть, скажем так, по большей части они довольно средние. Все проходив в какой-то лагерь, комплекс, свалку, авиабазу, простую базу, исследование. Исследовательскую базу и так далее. Зачисти там все и забери квестовый предмет. Но очень радует, что разрабы наконец-то научились в грамотный левел-дизайн. Теперь тебе не дают бесконечный коридор с врагами, а какие-то уникальные игровые ситуации. Не везде, не всегда, но видно, что старались. Даже для доп-квестов. Пошел там искать группу челов, что пропали. Захожу на локацию, где они должны быть, и прям с первого взгляда я понял, что квест будет хорошим. Деймсон, что с тобой случилось? Или один сталкер предложил спеть песню. Она была настолько ужасной, что на нас напал монстр. Прямо годдем. Извините за мои англицизмы, просто в игре английская озвучка, и тут актеры так старались. I've got nowhere to go back to, Herman. Over and out. Не, ну украинская, конечно, покруче. Garbles. А где современные словечки? Are you serious right now, bro? Бля, у меня ощущение, когда я слушаю английскую озвучку, что ее писали русскоговорящие. Типа, переводя... Короче, от английской озвучки в «Сталкере» ощущение, что действительно ее писали русские, которые пытались писать на английском, но при этом составляют предложение как будто на русском. Там есть такая хуйня. Ох, действительно ощущал зону отчуждения. «Сталкер» без слова «бро», «кринж» и «сигма», считай, не «Сталкер» вовсе. Так или иначе, миссии интересно проходить, но если детальнее про минусы, то, как по мне, их два. Первый — это местами устаревшие приемы, типа «пришел чё-то забрать, и игра спавнит вокруг тебя врагов, и они героя убивают быстро». Это реально 2007, и таких моментов в игре достаточно. Ну а второй минус и самый главный — сюжетка не то что прямо интересная. То есть там много лора кидают, тут тонна группировок, каждый живет по своим правилам, каждый имеет свои амбиции. Более того, ты можешь выбирать в игре, кому помогать. Но так или иначе, тут сюжет держится на том, что ты пытаешься найти артефакт. А чтобы его найти, надо искать каких-то людей, которые могут о нем знать. Начинается игра с того, что надо найти какого-то чела по имени Косой. И все для того, чтобы найти другого чувака по имени Припой. Чтобы потом найти Коршунова, чтобы найти Кабана, чтобы найти Нестора, чтобы найти Лысого, чтобы найти Бритого, чтобы найти Усатого. Ну вы поняли. И вот так, блин, просто десятки часов. I'm looking for Dio. Is he here? Игра, конечно, пытается в что-то большее. It's Skiff, right? Скуф, вообще-то. Тут появляется какой-то институт. Им очень сильно нужны артефакты, которых можно вывести за пределы зоны. И все это закручивается в неплохой клубок интриг. Но скажу так, сюжет не самая любимая моя часть игры. Хотя, когда тот NPC сказал знаменитую фразу... Remember Richter? He was a stalker too. Ну-ка, повтори еще раз. И в этом моменте я действительно почувствовал мощь сюжета. Но все знают, что сталкер в первую очередь любит... Бля, но... Исходя из этого, у меня ощущение, что...
Sonic, типа, не очень много сюжета, в принципе, прошел. Потому что там институт несколько в другом заинтересован. Но об этом чуть дальше, потому что Сталкер печально известен еще одной вещью — багованностью. И вторая часть оправдала все мои надежды. Знаете, я пожаловался на баг в Сталкере 2, и мне фанаты написали... Не, ну учитывая, что Соник не мог физически пройти сюжет за это время, если только тот супер-мега не рашил его, то да, я мог... Но, скорее всего, он до Ниичаза пока что не дошел на момент выпуска этого видео. Ты не разобрался в механиках. Конечно, у меня была примерно такая реакция, но потом я поиграл в игру, и когда словил критический баг, то до меня дошел истинный смысл сказанного. И я не стану скрывать это. Я всем покажу и докажу. Особенно людям, что орут, мол, игра сломанная, капец. Извините, я не матерюсь, но вы знаете, какое слово имелось в виду. И смотрите просто пример. Ты стреляешь в крысу-мутанта, и труп летит не вперед, а к тебе. Любой необразованный и неэрудированный человек скажет, что это баг, при этом не понимая, что тут произошла аномалия. Объясняю для... Так нет, чел, все правильно работает, она бежит к тебе, ты ее подстрелил, но движение вперед продолжилось, понимаешь? Маленьких детей. Вот это главный герой, а это крыса. Мы стреляем, пуля летит-летит, но тут случается аномалия, и пуля делает крюк и бьет крысу в спину. Еще плашечки обучения сломались, постоянно мерцают. И блин, люди глупые, вы посмотрите вокруг. В Америке вот чуваки выбрали уголовника президентом, а это вроде самый простой... Вы думаете, только новая Алдова может политиков захуевать? Двинутая страна мира. Поэтому тебе напоминают, что ты голоден. Ты голоден, ты понял? Ты голоден. Жалобы на NPC я тоже не понимаю. Да, чел исчез, но это называется аномальная телепортация. Вот он тут телепортнулся. Вы типа специально ищете ошибки там, где их нет. Да, этот чувак заблокировал дверь, и теперь нельзя заходить на локацию. Но может ты его обидел чем-то, может он просто выполняет свою работу. Ты думал, весь мир крутится вокруг тебя? Подожди сутки где-то. Или, ой, почему... Бля, если я найду этот клип... Бля, я не могу там, короче, у чела в двери застрял свободовец, он не мог пройти, и он сделал нарезку, как он там стоит, типа, блядь, там день-ночью в ускоренном режиме меняется, там, типа, ну, солнце, луна, и он все равно стоит там под музыку. Бля, я не могу эту хуйню найти, я потерял ее. Найду когда-нибудь. Ну, враги так тупят в игре. Ёшкин, матрёшкин. Зона — это место, где идут самые асоциальные элементы. Как говорил один лысыч... It's become a kind of amusement park for scumbags. Тут нет нормальных людей, повторяю, отсюда даже нельзя какие-то сокровища получить. То есть люди сюда идут не чтобы разбогатеть. Зона — это скорее образ жизни. Грабежи, убийства, война за территорию — всем этим обычно занимается тупое отребье. Поэтому да, они лезут под пули, не замечают тебя в двух метрах. И стелс-дробовиком в этой игре — это реальная механика. Ой, сори, давай еще раз. Ну и во-вторых, зона воздействует определенным образом на людей, отупляет их. Вот идет выброс, он убивает все на своем пути, и надо спрятаться. Но очень многие NPC решают этого не делать и погибают. Зона добралась... Да, это дико смешная хуйня, то что реально в поселениях челы забывают пойти в укрытие. В первую очередь до их мозгов и заставляет их лезть в аномалии. Из людей зона делает не людей, поэтому они ведут себя так странно. И это видно по самому герою, вы что, не обратили внимания? Вот FPS падает, но блин, это так герой видит мир, на него действует радиация. И это доказывает настройки игры. Даже если графон понизить вот до такого уровня, то все равно падение FPS будет до 40. И это на RTX 4070. Не говоря уже о том, что у героя натуральная шиза. Он перестает слышать звуки. Он постоянно видит какое-то мерцание. После быстрого перемещения у него глаза медленно привыкают к новому месту. Не говоря уже о том, что Скуф по лору фокусник, и он может канцелить любую анимацию, меняя оружие. При этом эффекты остаются. Ой, батя отращивает бороду в реальном времени. И черт! Реальные бати так могут. С другой стороны, животные наоборот умные. Тупая свинья не может проходить сквозь дверь. А, она может проходить сквозь текстуры. Или, а как ты объяснишь то, что когда ты выходишь из меню, то всегда появляется стрелочка, будто враг рядом. Это же очевидно баг. И просто...
Блин, я просто в шоке. Ну почему люди такие непонятливые? Игра указывает на то, что сама зона по себе твой враг. И это так и есть. Смотри вокруг, все тут хотят тебя убить. Люди, мутанты, сама природа. Этот мир против тебя, он не хочет, чтобы ты тут был. И навредил ему еще больше. Зона будто кричит: уйди отсюда, негодяй. Вот так и говорит. Поэтому игра занимается по полчаса компиляцией шейдеров при каждом запуске. Поэтому она дает тебе ачивку за то, что ты заманил мутанта в аномалию, хотя ты этого не делал, и вообще ты на какой-то вышке. Игра просто хочет, чтобы ты побыстрее все завершил и ушел отсюда. Поэтому на локации Янтарь игра в рюкзаке спавнит тебе сломанные снайперки и дробовики, чтобы ты медленнее передвигался. Поэтому игра софтлокает сюжетные квесты. Например, ты тупо не можешь сдать квест, не появляется кнопка взаимодействия, и все. Игра непроходима дальше. Но можно через утилиты Unreal Engine починить скрипты. То есть игра еще подталкивает тебя учиться программировать, и вы это будете критиковать. Бля, где тут нет интеграции? А, тут была уже GSL, бля, я думал, это типа подводка к Skill Factory. Просто задумайтесь на секунду, о чем эта игра? Об аномалиях. А что такое аномалия? Это что-то неожиданное. То, что не должно быть. То, что выбивается из привычного. И аномалии в игре как раз везде. Учите лор и не позорьтесь. В прошлый я сказал бы что-то... Бля, не знаю, почему на этой базе такая хуйня. Типа, я это два раза видел за игру, и большинство раз это было на этой ебаной базе. Причем на всех футажах. Не релиз. И причем эту базу ты посещаешь по сюжету два раза, и на ней все равно вот это мельтешение, ты даже когда второй раз приходишь, оно сохраняется вот на одной, сука, ебаной военной базе. Что с ней не так? Версия игры. Такое не должно стоить full price. Это абсолютное неуважение к потребителю, который заплатил много денег за игру. И разработчикам должно быть стыдно выпускать едва проходимую за багов игру. Причем в ней очень много критических багов, где вы тупо застреваете и не можете дальше проходить сюжет. Но все же, это больше не мое мнение, потому что я теперь знаю лор. А теперь давайте серьезно про геймплей. Когда Stalker 2 работает, то вы замечаете одну так очень интересную вещь. Да-да-да, у Этипедии тоже эта база была на карте, типа, ну, на которой мельтешат текстуры. Я не понимаю, почему и на Xbox я играл тоже на этой базе мельтешат текстуры. А именно то, что это довольно хорошая игра. Тут, конечно... По-моему, сфера называется. Сфера на этом, рядом с Залесьем. Дизайн прямиком из нулевых, но все исполнено на таком уровне, что ты быстро перестаешь обращать внимание на это. Хоть и не везде. Давайте сразу поставлю все точки над «и». Stalker 2 — гигантская игра, где вложено неимоверное количество сил, и это видно везде, кроме оптимизации. Особенно в плане контента. Иногда такое чувство, что он бесконечный. При этом, опять же, он не самый плохой. Тебе рассказывают более-менее увлекательные истории. Не, нихуя, в какой-то момент реально контент заканчивается. Типа, ну, я могу понять, что Sonic прошел не так далеко. Там в какой-то момент с контента просто... Короче, кто проходил вторую половину игры, понимает, о чем я. Сайд-квестов просто нет, блять. Даже выборы сложные дают. Помочь своим, которые неправы. Или чужаку, на стороне которого мораль. Тут огромный мир с десятками квестов. Они буквально... Я не знаю, где Соник видел десятки квестов в Сталкер 2. Соник, подскажи, где эти квесты? Я прошел вот эти квесты, которые ты показал. Они были в начале. В середине немножко было квестов. Потом их нет. Соник, где эти десятки? Где эти десятки квестов? Я извиняюсь, но как человек, который прошел игру, я буду рад, если там есть десяток, который я не заметил. Может, там есть десяток квестов. Сразу видно, что чел, да-да-да, Солик. Буквально сыплются на тебя. Если первая часть проходилась там за 20 часов, то тут понадобится 60-70 часов, чтобы все добить. И смотрите, как все это работает. Ты заходишь на локацию. Ответка XBT будет? Я им уже ответил. Все, с меня хватит. Получаешь квесты и очень много пометок на карте с добычей разных сталкеров. Ты из хаба поселения выходишь в открытый мир, при этом, конечно же, ты до этого затарился нужными вещами. Тут приходится выживать. И тут, как и в первой части, ты замечаешь безумную какую-то атмосферу. Обычно в игре такая осень, меланхолия. Само по себе это вайбово. Но когда начинается какая-то неладная погода, то ты видишь, как же сильно люди навредили этой природе. Ты видишь, как она сопротивляется твоему нахождению тут. И единственное, что ты можешь сделать, это переждать непогоду. При этом на самом деле тебя все это не напугало, нет. Тебя это наоборот подталкивает еще сильнее исследовать каждый уголок этого места, чтобы узнать все его тайны. Ведь если зона так сильно тебя отталкивает, значит она что-то скрывает. И зона отчуждения будто не только... Короче, насчет сталкера, я хотел об этом сказать в видосе, то что
Я вот, ну, у меня сейчас топовая снаряга, да, я вот перед самой концовкой, у меня там сейф перед моментом невозврата, у меня экзоскелет, у меня гаусска, у меня там полностью прокачанный автомат, и я понял, почему экономика такая жопная. Потому что, когда ты получаешь все это, смысл играть отпадает вообще. Ну, то есть, когда у тебя топовая броня, топовое оружие и все топовое, как будто бы теряется смысл лутания. А в игре большая часть контента — это лутание вот этих вот схронов. И как бы я потерял смысл мир исследовать, если честно. Вот, то есть, если у тебя всегда хватало денег на оружие пиздатое и прочее, ты бы очень быстро перегорел в этой игре. То есть вот это вот действительно, я так понимаю, что единственное решение, которое они смогли найти в этом случае. Решил поискать сайд-квест, гуляю, чел на крыше сидит, просит мутанта завалить маленького. Он начинает играть на гитаре, вылезает псевдогигант. Трачу на него все патроны, получаю 600 денег. Дай тебя, ну и бросает вызов. Если ты его примешь, то дальше пеняй на себя. Вы только посмотрите, это те самые ворота с постера первой части. Вау, что же вы откроете для меня ворота? Какие тайны вы мне поведаете, что за секреты вы... И да, в этой игре ты будешь очень часто рипаться. Зона не прощает ошибок. I'm okay. Это не значит, что игра невероятно сложная, даже наоборот, это самый легкий сталкер. Игра просто требует от тебя внимательности, и чтобы ты немного думал, планируй очередную вылазку. И вот все это звучит классно, но по итогу разрабам не удалось... Игра была для тех, кто схавает ее сырость, таких оказалось большинство, лол. Ну да, ну это сталкер, типа, похуй вообще. Я не знаю, типа, можете называть фанатов сталкера говноедами, хуйсосами, не разбирающимися ни в чем дебилами, рофли типа ха-ха, атмосфера, игра говно. Да, да, ну мне нравится. Мне понравилось, типа, мне похуй. Ну я, блядь, и что? И что дальше? Я-то получаю удовольствие, а ты нет. Так кто из нас выиграл? Полностью раскрыть потенциал игры. И дело не только в багах. Начнем с того, что баланса тут особо нет. Поначалу тебе довольно сложно. У тебя ничего нет, но тебя кидают к довольно сильным врагам. Из-за чего я даже побомбил у себя в телеге, на который, кстати, можно подписаться. Проверьте, может вам там понравится. Так вот, эта сложность вначале подталкивает тебя исследовать мир. И это, блин, круто! Тем более, что тебе щедро сыплют лут. Хочется зайти в каждый дом. Сталкер 2 — это неограненный алмаз. Да, это правда. Это правда. Зачистить каждую точку на карте. При этом ты все равно не можешь все забрать. С этим тут все строго. Вот сколько у меня вещей, и я перегружен. Поэтому ты должен еще заниматься менеджментом инвентаря и качать карманы для брони, чтобы носить больше предметов. И все это круто играется, но ровно до того, как ты пройдешь 1/3 игры. Я в определенный момент уже не знал, что нафиг делать с ресурсами. Иногда с врага падает до 3 аптечек. У меня их было столько, что-то мешало играть. Пришлось оставлять в сундуке, который, кстати, забагован. Он есть везде в хабах, но не в каждом хабе его показывают. Хорошо, хоть вещи из него не исчезают, да я шучу, конечно, исчезают. Ну и, конечно, из-за этого... В смысле забагован? Это просто общий сундук, он не забагован. Это просто твой сундук, он даже на карте отмечается. Этого зачищать карту от лута в определенный момент уже не хочется. Ну просто нет нужды. Лут, что встречается по дороге к квестам, хватает. Да и несложно его собирать. А черт, сундук за автобусом. Хотя, погодите, я ведь Хогвартс закончил. Но когда меня начали отправлять по второму кругу зачищать тайники, то я сдался. До меня дошло, что все это работает на рандоме. Лут не ставили вручную. Разрабы просто сделали много точек интереса, и там рандомно спавнится определенный лут и сообщение от сталкера. В определенный момент даже сообщения начинают повторяться. Поэтому где-то через 20 часов в игре ты исследуешь мир именно тогда, когда не хватает денег или ресурсов. А это редко когда происходит. Более того, вернемся к геймдизайну 2007 года. Тут очень многие элементы... Погоди... Денег тебе редко не хватало денег? Тебе редко, сука, не хватало денег в этой игре? Ну просто не работают вместе. Вот многие механики выживания есть чисто чтобы были. Типа понятно, что надо пить водку от радиации. Это логично. Но это вызывает голод постоянно. И надо тушенки с собой нести. Типа радиация, выпил водочки, и надо скушать тушенкой. Типа зачем? Зачем эта система голода? Что она дает? Она чувствуется как рудимент. Или типа, блин, как ты можешь пить без того, чтобы закусить? Причем есть примеры игр, где система голода реально механика. А тут типа, зачем? Или кровотечение. Любая нафиг царапина вызывает у героя кровотечение. Конечно, бинтов у тебя просто дофига. И это небольшая проблема. Но просто по миллиард раз за перестрелку накладывать эти бинты надоедает. Все это надо балансить таким образом, чтобы элементы выживания реально приносили удовольствие. А тут они ощущаются как обуза. Как механики сами в себе. Они не дополняют основной геймплей.
А в какой игре механика хавания и перебинтовывания работает по-другому? Какое она, ну, приносит удовольствие? Я, ну, вот я извиняюсь, вот в какой игре механика бинтования или механика того, что тебе нужен, тебя персонаж голоден, и пока не поешь, у тебя прицел шатается. В какой игре это приносит удовольствие, блядь? Ну, типа, в ИРЛ, в DayZ, в Смуте, я просто не знаю, каким образом это приносит удовольствие. Как правило, это просто, типа, хуйня у тебя появляется на экране, надо похавать, и ты начинаешь, типа, жрать, и все. Ну, это буквально все, что есть. В Таркове, да, то есть там, типа, ну, то же самое, у тебя есть линейка голода, ты, типа, жрешь, и все нормально. Play. Они просто делают его душнее. Ну, типа, это элемент ролплея, скорее, какого-то, да, то есть именно вот выживание, то, что тебе нужно хавать. Единственное, что они, по-моему, хотели сделать так, чтобы еще спать надо было. Вот странно, что это не ввели, но это, типа, просто элемент иммерсивности и не более того. То есть то же самое в Dragon's Dogma 2 надо было, типа, себе хавать, готовить. Я не совсем понимаю, в чем здесь претензия. Та же стрельба классная. Первые 25 часов прям круто заходят. Я чувствовал себя Кевином Бейконом из фильма «Смертный приговор». Обычно в голливудских фильмах все круто дерут. В «Альхемии» пол хп увеличивается, в DayZ меньше болеешь, хп регенится. А тут еда ради еды, она ничего не дает. Ну, как минимум, ты... Типа у тебя прицел не шатается, насколько я понимаю, и стамина нормально работает. Стреляют хедшотами по 15 раз подряд. А в этом фильме во время стрельбы... В игре есть голод, но нет жажды. Вот это, кстати, типа минус, мне кажется. Стрельбы кровь, грязь, все орут, героя постоянно ранят. Есть именно это чувство хаоса. И в Сталкере 2 именно такой вайб во время стрельбы. И это очень классно. Поначалу ты с трудом можешь завалить кабана. И ты понимаешь, я должен подготовиться, должен взять оружие получше, должен улучшить броню, должен сделать то, все. Но как... Не, я бы еще добавил сон. Я на самом деле жду какие-нибудь survival моды на Stalker 2, чтобы сон был, чтобы без еды хп реально уменьшалось. Вот это будет заебись реально. Вы понимаете, тут есть но. Импакта почти нет. Враги ощущаются как губки. Да и когда ты понимаешь, что те же животные ничего не могут тебе сделать, когда ты просто поднимаешься, даже на небольшую возвышенность, то это, конечно, расстраивает. Даже в боже упаси Эликс 2 большинство врагов имели дальние атаки. Как кабан будет делать дальнюю атаку, Соник? Для таких случаев. Как кабан будет делать дальнюю атаку? И чем больше ты играешь, тем больше ощущаешь, что геймдизайн более дырявый, чем швейцарский сыр. Нет, например, никакой мотивации убивать тех же мутантов. За это не дают вообще ничего, абсолютно. Не дают опыта, не прокачивается твой навык стрельбы, не дают никакого лута. Ты, блин, убиваешь этих сложных врагов, единственное, что ты получаешь, это ущерб. Ты потерял патроны, пушка и броня немного износились. Самое смешное, что я 15 часов играл. Так в этом и смысл Сталкера, Соник. Короче, там даже в описании игры написано, что ты всегда перед битвой думаешь, а стоит ли в нее ввязываться. В этом и смысл Сталкера, то, что кровососы и прочее, их нет смысла убивать. Они именно что просто опасности, они как преграды. И ты видишь, что рядом есть такое существо, думаешь, блин, 10 раз, стоит ли с ним вступать в схватку, потому что, типа, больше потеряешь, чем приобретешь. Это не игра, в которой ты, ебать, за убийство монстра получаешь опыт. Ты просто привык к играм от Ubisoft. Это игра, в которой ты действительно... Думаешь, стоит ли ввязываться в файт, потому что ты потратишь патроны, у тебя оружие сломается или что-то еще. Поэтому ты думаешь, типа, может, стоит обойти. В этом суть сталкера. Ты не получаешь ничего, блядь, за этих существ. Игры не мог снаряжение починить. И дело не в... Ты со всеми кровососами сражался, когда играл. Так, блядь, они нападают, типа, ну, мне страшно. Потому что я не заметил вот эти иконки на карте. Конечно, я заметил. Просто когда я ходил к этим челам чинить что-то, то получал вот это. Stop by again later, okay? 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 И оказалось, что я в самом первом лагере пропустил один доп-квест. И если его... Не, ну просто Sony хочет, чтобы игра была как игра от Ubisoft, в которой ты там типа прокачиваешь навыки и прочее. Может, еще там этот скилл 3 нужно завести в игру, я не знаю. Не выполнить, то тогда одна из важнейших механик в игре тебе не будет доступна. Игра... Мне кажется, стоило сделать какие-нибудь, ну не заказы на мутантов, но что-нибудь связанное типа с убийством мутантов, какие-то квесты, возможно. Там типа охота на тех
же кровососов или что-то еще. Но мне нравится аспект сталкера, в котором, опять же, ты выбираешь, типа, стоит ли ввязываться в файт. Потому что я, как правило, файтился с мутантами только когда была необходимость, допустим, когда я шел за схроном, и они мешали мне его достать. И то иногда легче вбежать, забрать и выбежать, не потратив патроны, чем ввязываться в файт, чтобы потом чинить оружие, броню и закупаться патронами. Она вообще забывает, что она в 2024 и уже давно в играх есть так называемое контекстное обучение. Тут один раз на пару секунд во время стрельбы мне написали... Чтобы снимать шкуру, можно было и органы, на этом крафт какой-то. Вот это, кстати, вот идея хорошая. ...сказали, что надо сходить к технику. Я пропустил и все. У меня починка снаряжения не работает. В самом... Торговцев есть... Ну, блядь, задание у торговцев с охотой хуйня ебаная, если честно. Там, блядь, 500 рублей дают. Вначале тоже на 2 секунды показывают плашечку, как включить фонарь. Я ее не заметил и в итоге сидел в темноте и пытался пройти пролог. Кто-то скажет, ну понятно, ну казуал, ну блин. Но блин, в чем проблема правильно подавать механики, нафиг? Я бегаю по карте и за 2 секунды умираю. Что меня убило? Че, тут есть огромная красная хуйня с радиацией. У меня есть большое подозрение, что у тебя здесь есть 11 бутылок водки. У меня есть большие подозрения касательно того, почему ты умер. Таких вот чё за нафиг происходит моментов в игре просто дофига. Игра не пытается нормально объяснить, как она работает, потому что она не работает. По итогу-то Сталкер 2 неплохо. Но она работает, чел, ты просто следи за радиацией. Тут смотри, тут слева у тебя все, что нужно, это перевес, там появляется голод, тут радиация, здоровье и стамина. Это очень простые вещи. Та игра, но тут столько недочетов, баги, устанавливаются. Там счетчик Гегер, у тебя весь экран в этой, блядь, в этих точках, что радиация, у тебя водка в слоте быстрого доступа. Лучший геймдизайн, элементы, которые даже не работают вместе. В Survivor Horror... Лол, Соник жалуется, что люди, играя в Ассасины, не хотят учиться познавать механики игры. Тем временем, Соннику нужно подсказать, как включить фонарик, баляя гений. Так причем, насчет фонарика... Соник играет на контроллере, и видно, что он выбирает... Короче, видно, что он использует реально вот это вот колесико выбора снаряжения. Ща. Короче, он использует колесико выбора снаряжения, на котором буквально есть фонарик, блядь. То есть он с контроллера так включается. И я как бы не хочу ни на что намекать, но там, типа, обучение особое не требуется. Ща, вот тут буквально кадры, где он, типа, использует это колесико, там на нем, типа, справа снизу есть фонарик, то есть это интуитивно с контроллера делается максимально. Это так и есть, смотри вокруг. Я не знаю, в чем там возникла проблема, в чем там был затуп, но... Такие вот дела. Ладно, давайте досматривать. Сал, все могло бы быть намного лучше. Но разработчики решили вот так игру выпустить. Гуляя по тому же рыжему лесу и офигевая от его красоты и криповости, я понимаю, что в этой игре есть душа. В этой игре каждый артефакт хочется найти. Но он говорит, что обучение пропустил фонарику. Спасибо, Зев, за благословение. Квесты тоже хочется проходить. Спасибо разработчикам, что над ними они реально старались. Но все же это ощущается как полусырой суп. Нужно, чтобы его приготовили до конца. Или лучше сказать, тесто в батоне еще сырое. Хочется дать игре 7-8 из 10. Но в таком состоянии она не заслуживает больше 5 баллов. Я это говорю с сожалением. Если бы игру продавали за полцены и с плашечкой «ранний доступ», то я бы вообще ничего не сказал. Но, к сожалению, это готовый в кавычках AAA проект. Я не пытаюсь быть хейтером, поверьте. Я бы очень хотел, чтобы игра была крутой. Просто, блин, каждый раз, когда я начинаю прям наслаждаться игрой, она творит какую-то фигню. И вся магия Сталкер 2 просто разрушается. В общем, поддержите лайком. 20к я сделаю видос про сюжет, и еще больше поговорим про открытый мир. Я некоторые мысли специально ставил в стороне. Спасибо и до скорого, ребята. Сука. Соник прячет свои мысли, как DLC от Ubisoft. Да, тут были мысли, но... 20 тысяч лайков, блядь. Вот тут мутанты, залезаешь на какой-нибудь возвышен. Не, вот понимаете, вот то, до чего доебываться вообще не стоило, это то, что когда ты залезаешь на возвышенность, кабаны и прочие мутанты не могут тебя достать. Но даже в Эликсе был, типа, дальний бой. В тебя там дальним боем как-то мутанты, типа, стреляли. Что будет делать кабан? Он плеваться в тебе будет, как клыками своими кидаться. И тут такой момент, что это как раз-таки учтено разработчиками. Короче, в игре, если, ну, вы играли в Stalker 2, вы 100% это заметили, когда вы забираетесь на возвышенность,
собаки, разные кабаны, они специально убегают и прячутся. Они уходят в укрытие, чтобы вы не могли их легко подстрелить. Это, ну, вот это, кстати, пиздецки умная хуйня на самом деле. То есть многие говорят про искусственный интеллект противников. Если посмотреть на тех же мутантов, они съебывают сразу и в укрытие, чтобы ты не мог их подстрелить с возвышенности, где они не могут тебя достать. Это охуенно, особенно когда дело касается псевдособак. Там одна собака, короче, она множится на дохуя, и это типа ее фантомы, нужно найти настоящую. Ты залазишь на этот, и они все такие хоп, и съебывают за укрытие. И ты ничего не можешь сделать там. Ну, можно гранатами попытаться закидать, но еще хуй поймет, где они, потому что они там, типа, отходят немножко. Это вообще пиздец. А, даже во время боя с Химерой, да-да, во время боя с Химерой добавили эти ящики, и она, типа, съебывает, она за колоннами прячется, вот это вот все. Это реально круто. Но Соник немного не понял. Немного не понял. Кровососы так вообще по кругу бегают. Да, кровососы, пиздец. Поведение кровососов очень умное. То есть реально противники мутантов умнее людей в этой игре. Это пиздец. Пока что главный квест — подобрать настройки так, чтобы был нормальный FPS. Но если на 40-й серии, опять же, DLSS и генерация кадров — это лучшее решение.